Смотрите, друзья, у нашего султана любовь. Симона, иди скорее сюда. Вместо Симоны идет Гирей. Но. Все, то есть, когда я стою, у нас с тобой мир, дружба, жвачка. Да? Симона. Султан какой грозный. Султан. Симона. Симона похудела такая прямо. Хвостом тыдым, тыдым, тыдым. И какой у нас кончик хвоста красивый. Султан. Симона, кто там? Там Гирей сидит. Симона такая. Куда? Ты ко мне? Иди, моя красивая кошка. Иди. Ага, ты пошла к Гирею. Султан, как будем реагировать на это? Не-не-не-не, Султан, по-моему, ты все пропустил. Видео, конечно, 18 с плюсом. Вот как оно бывает. То есть, Султан, я так понимаю, что ты ухаживаешь. Так, 18 с плюсом. А то опять... Скажешь, что вы показываете? Показываем жизнь, как она есть. Никакой конкуренции между султаном и Гиреем нет. Ясно. Гирей себе пошел дальше. А султан... А Симона за Гиреем, по-моему, больше. Львицы выбирают брутальных мужчин, да? Султан и добрый, и ласковый. И вот это не отходит от тебя букетно-конфетный период. А она за суровым Гиреем. Да, не вздыхай. Чуть не проспал свое счастье. Так проснулся бы и пришлось воспитывать чужих детей. Хотя чужих не бывает. Симона. А где Русик? Султан. Я понимаю, что он еще маленький. Но мог бы держаться где-то рядышком с вами. Надо теперь идти его искать. Симона, по-моему, глаз не сводит с Гирея. Куда он пошел? Красивая картинка. Львы
такого же цвета, как саванна. Если бы так убрать, там признаки цивилизации в виде колеса, то можно подумать, что они лежат где-то в саванне. Вот такие у нас интриги в львином царстве. С любовью, Стояна.